вот так вот поставить машину вблизи пешеходного перехода. Честно признаюсь, пару раз приходилось сюда машину ставить, но избегал таких ситуаций. Ну, то же самое касается вон того Мерседеса. Нет. Ну, 47-й регион. Знаешь, сколько водителей надо? Это у нас Ленинградская область. Все у нас. Бегом-бегом, видите? Они должны успеть по-быстрому. $5000 штраф.